3 мая, Харьковская область. Пробегусь немножко по растениям. Вот эту новую клумбу я только сделала в этом году. Кое-что семян, кое-что купленные черенки. Начнем. Алису из рассады. Желтый гравилат. Кипарисовый клавсона стардаст называется. Можжевельничек прибрежный. Пасифик, Блю Пасифик название. Дальше вот из семян опять-таки рассада. Колокольчик махровый первый ряд. Второй ряд левкой. Опять кипарисовый клавсона, но другая разновидность. Лаватера вот из рассады. И там, и здесь по 3 штучки. Астранция пестролистная, очеток, герань с темным листиком, монарда красная, вероника, колоски такие сиреневенькие, шалфей обычный и шалфей мускатный. Листочек вот такой вот крупненький, махровый, красивый. Гелиопсис. Такая желтая ромашка, пестрый листик. Спирея. Шалфей еще вот такой варигатный лист. Сейчас не выражено, это не очень видно. Но потом он будет варигатный. Лаванда. Котовник маленький. Ахиллея из семян. Вишневая. Монарда. Это у меня бузина пестролистная. Вероника астром, вот новенькое растение только купила. Это парам-парам-пам-парам, такие колоски желтые, забыла. Это разновидности ромашки. Это перетрум розовая. Это желтая, забыла, как называется. Такую еще. А вот такая белая махровая. Ну, не буду вспоминать название. Лен из семян вон лезет. Это физостегия. Из семян вот это вот в феврале еще сеяла. Платикодон розовый. Такие маленькие-маленькие цветуленькие. Что с него будет, интересно самой. Гвоздика шабо, вот тоже февральский посев. Такая маленькая. Кизил. Кустик. Надеюсь, будем кушать ягодки. Флокс звёздчатый, рассада моя. Дальше идет рассада кинза. Это в феврале сеяла кинзу. Матиолу в феврале. Салат дубравный. И лекарственную ромашку хотелось мне очень. Дальше это заплела косичкой дёрен. Не бересклета, как же тебя вижу. Барвинок. Тут у меня семян, но прошлогодние. Эхинацея вот 3 штучки. Фиалка с таким необыкновенным листом резным. Елочка. Томпа называется. Дорогое растение, только купила. Очень хочу, чтобы прижилось. Пошло, медленно растет. Конусом, как ель коника, только это ель томпа. Более широкая такая у нее форма. Это эдельвейс, львиный зевр с рассады, барбарис яркий, вот такой красный коралл называется. И еще у меня есть барбарис вот такой яркий желтенький, Мария называется. Это какое-то редкое почвопокровное, забыла название, потом скажу в следующих фильмах. Это из рассады у меня виола. В феврале сеяла. Вот такие у меня. Дальше пупочник. В принципе, тёмневое растение. Но я посадила на солнышке. Может быть, перенесу. Но пока пусть переживается. Пупочник у меня вот такой голубой. И беленький есть. С этой стороны всякие очитки. Такой очиток. Такой очиток. Вот такой. И вон еще один вид, несколько видов.
децентра. Вот эти череночки осенью просто веточки нарвала, под банку поставила, перезимовали. И вот сейчас я их рассадила, но рановато, корешки там, ну, почти нет корешков. Пересадила в другое место, но уже достала с земли, что делать. Буду надеяться, что они как-то выживут. Здесь можжевельник Yellow Carpet. Это однолетнее растение, такая тоже ромашечка. Угу. Так, это ель Little Gem. Bowling Ball, такое хвойное растение. А вокруг него Ценерария из моей рассады. Это Сандалина. Угу. Барбарис показывала. Шалфей мускатный еще вот здесь у меня. Это из семян с прошлого года. Можжевельник Нана. И вокруг я обсадила своей рассадой лобелия. Это елочка сосна Пумильо. За ней там вот лапчатка. Там белая покрупнее, то желтенькая мелкая травянистая лапчатка. Это Вероника сиреневым таким отцветает, уже Вероника армянская. Полынь пестролистная. Барвинок пестролистный. И такой чуток красивый, разноцветный. Вот такая вот тут у меня клумбочка. Вот ее общий план. Немножко я начала камешками там обкладывать, дорожечку с песчаника. Песочек насыпала на дорожке и песчаник набросала, чтобы ступать. Вообще наш участок находится на склоне. Вот папа мой делал террасы, лил из бетона, чтобы можно было пользоваться этой землей, чтобы она ровненькая была. Вот теперь он свою жизнь, конечно, не успел попользоваться, всю жизнь это лил руками своими сам. Вот я вступила в права и уже могу пользоваться этими благами. На следующей террасе теневая терраса, что здесь яблоня. Я насадила много всевозможных хост, потом покажу. Вот это вот у меня пахизандра, а камнеломка. Это ромашка голубая. Тут порассаживаю. В том году один черенок купила. Манжетка. И вот тут у меня три. Теперь тут три и тут три. А между ними там хосты. Пока хосты разрастаются, манжеточка уже вылезла. Что-то у меня тут еще аквилегия насажена. Насажен плющ всевозможный и пестрый. И такой крученный листик, и зимний обычный крупнолистный, а вот то резной лист, это такой морозник необычный. Здесь вот у меня обычный морозник, в этом году на два разделила, а там такой резной лист морозника. Медуницу рассадила сюда, вербенник манечатый, купила, долго искала. Такое простое растение, но было сложно его найти, наконец нашла, хотелось мне его. Копытень. Вот раз, два рассадила, и там еще у меня есть. Это у меня тут малина, поливала ее, поэтому она вот так бушует уже. Без полива там внизу еще есть малина. Почти не раскрыла лист. Вот это тоже из семян аквилегия. Вот была смесь семян, я вот такой кружочек дала аквилегии. Гехеры рассадила. Сашей называется гехера. Она вообще вот такая. Там снизу листочек сиреневый. Такой резной, волнистый сашей. Вот, вот. Сегодня еще под куме своей дала. Это из семян тоже незабудка, но розовая. Не голубая, а розовый цветочек. Пусть разрастается. Может, на следующем году будет шикарнее кустики. А стельба, лунария семян, вербейник ресничатый, зеленчук, бузульник. Был куплен один черенок 2 года назад.
И вот за прошлый год он у меня разросся, я взяла и поделила его на три. Теперь вот такой шикарный, думаю, будет кустище. Брунера. Вот это были хвойные у меня начеренкованные. Вон они прячутся в чесноке. Просто осенью я не видела, что здесь чеснок. Посадила хвойные. Накрыла бутылкой. Они у меня перезимовали. Сейчас весной бутылку сняла. И вот я буду ждать. Пусть еще стоят. Может быть, до осени. Не буду трогать. Там почти нет корешков. А то следующая партия там под бутылками. Очередная партия. Так, с этой стороны у меня много очень красивых хвост. Но они еще пока не показывают себя. Очатки. Лиатрис. Вот эта вот травочка такая выходит из зимы. То из семян опять-таки абриетка кустиками такими 5 штучек. Там у меня еще дейция куст, мерикария, будлея, но это все позже, пока не показывают. Вот там рядок на заднем плане рассадила гелениум. Это высокое растение, очень обильно цветущее, красивенное, в августе цветет. Такими маленькими кусочками рассаживаешь, и в итоге получается очень-очень обильное цветение, высочезные, сильнейшие кусты. Яснотка. Ага. Тут у нас яма сливная, я ее вокруг обсадила, гвоздика турецкая, прямо вот по периметру вокруг, а сверху еще поставила вот такую корыто, туда тоже гвоздику насадила. Буду смотреть, может разрастется, цвести будет, думаю, будет неплохо. Махровая ромашка там, колокольчик скученный, анатера, лен, вот такие растения там. Здесь дальше идем на следующую площадку. Клумба украшена камнем, она у меня, и положила кору. Сейчас я с этой стороны подойду, что с той солнышко ничего не понятно. Вот так обложила камнем, посыпала корой. Угу. Что у меня здесь? Бузина, черное кружево, лапчатка. Можжевельник Нана Аурея. Там сзади Матрона Вечерница. Вот это рассадила. Соседушка мне дала лилии. Роза на штамбе. Вероника. Там розовая, голубая. И Монарда сегодня давала своей подруге. Ну вот она уши повесила. Наверное, корешок я сильно повредила. Перучина варьюгатная, камнеломка, кирия только просыпается, поздний цветочек. Это вот интересный лист такой, ястребинка. Собралась цветки, цветки у нее как ромашечки такие желтые, но мне очень нравится лист. Чистец шерстистый, жимолость аурея ретикулата. Еще читок, там темный читок, антенария, еще читок триколор, флокс шеловидный, травка императа только-только просыпается, позднее просыпание у нее. Думала, померла, нет, выходят листочки. Пересклет и берез. Он цветет такой красавчик, сейчас нарядный. Угу. Флокс шеловидный. Там Вероника сизая. Вот такой вот у меня вид. Вниз пошли террасы. Так, тут муж у меня пилит дрова. Тут у меня... что у меня здесь? На заднем плане дельфиниум. За ним впереди... Инжир еще только просыпается. Пересадила в этом году. Переживаю, как он прижился. Лучок посадила. Герань крупнокорневищная. Ясколка вот впереди сизая. Абриета. Кинзы тут насеяла, вот где свободное место.
Это площадка у нас для отдыха. Мы здесь делаем шашлык, кушаем, отдыхаем вечером. Пион весь на бутонах будет цвести. Здесь разный, розовый, белый. Поднимаемся дальше. Здесь у нас рассадила земляничку. Там рассада еще в ящике у меня. Тут земляника. Посадила там дальше крыжовники, смородину. Тут у меня голубика. Кусты хосты. Здесь гортензия, ванила фрайс, кислая почва, иголочки, можжевельник. Я ему обстригла вот низ, открыла ножки, а сверху буду формировать шариком. Самшит вот там вот тут уже опушается так хорошо, был махонький. Это у меня элитерокок, как-то так, типа эхиноцеи. Копытень. Вот это материнский кустик, с которого я там еще на взяла, еще на два разделила. Рододендрон, свеженькая посадка только. Приживается. Хосты выходят красивые. Там джун, фрост, тотем фрост, как-то так. Здесь у меня можжевельник вот это. Бульвар рогоплодный там. Кис ягодный. Сейчас подойду, наверное, с другой стороны, чтобы было виднее. Вот так вот. Это у меня тут гортензия. Это красным... Ой, гортензия, что я мелю? Это азалия. Красненьким цветет. Это азалия. Сиреневым цветет. Это герань садовая. Самобор. Елка. Нидиформис. Можжевельник. Лаймглоу. Это тис ягодный. Падуб. А, не падуб, а магония, извиняюсь. С другой стороны. Даника аурея. Туя теди. Спирея криспа. Еще череночек бересклета. Это как астра такая вариагатная. Вот разделила на три поборчика и сделала. Здесь у меня шикарный огромный куст пересклета. Я его стригу веща на верхушке, чтобы он кустился. Гортензия, лайм, глоу. И по кругу гортензия рассадила ланцетолистную хосту. Жимолость шапошная. Можжевельник, нет, это кипарисовик, камарачиба. По краю гвоздичка, это можжевельник Blue Ice. Тут у меня сосна Темпельхоф, ель коника, тис опять ягодный, ну, высокая форма, свежая посадка, только-только вот я его приобрела. Пихта, ампирор, всходит лобазник, варегатная форма, хоста, сосна Yellow Start, нет, ель Yellow Start, ну пока она у меня еще не стартовала. Это древовидный пион. Гехера, это гехера непосредственно, геркулес, гехера вот такая, вот яркая, так еще, живучка с узеньким листиком, молочай, аскот рейнбоу, магнолия, просыпается, только розу подсадила, почеток, живучка еще варигатная форма, бересклет, хосты всходят, кизильник, пузыреплодник, вот там вот такие пестрые, это вербейник Александр,
герань, туевик. Это как орхидея садовая. Просыпается только будлея. Это наперстянка. Еще бересклет. Это герань крупнокорневищная. Мощный, сильный куст. Большой уже у меня, 5-летний. Но как-то весна в этом году вроде как и теплая, но почему-то зиму он пережил. Я его открыла, ее гортензию. И не понравилась ей вот весенняя погода. Как-то она подмерзла. В общем, не знаю, как мне теперь с этим быть. Вот сюда идем, этот квитнячок смотреть. Примула. По краю мини-хосточки. Всякие разные. Потом покажу. Они сейчас не набрали свою красоту. Это только посадила гехера. Лайм. Какой-то лайм глоу. Живучка. Еще гехера. Не буду сейчас вспоминать название. Рассадила здесь фиалки, потому что у меня вообще-то это хостовник, хост очень много. Но весной ранней здесь пустое место. Папоротник не нашел, еще свою силу не набрал. Хосты вообще еще спят ранней весной. И у меня пустота здесь. Поэтому я подсадила примулу, подсадила мускарики, подсадила фиалочку, чтобы они следующей весной меня радовали здесь. Горяночку только посадила. Медуница цветет сейчас, поэтому листик не видать. Ее красивый. Позже будет, покажет себя ирис. Желтый карликовый. Зеленчук. Бересклет, который не бересклет. Барвина квинка. Это вигела карикатура просыпается. Децентра, баданы, просыпается герань, господи, герань, гортензия дуболистная. Не помню название, это редкое растение, опять-таки в других видео назову вам его. Так, брунера, герань, самобор, анимона. Еще гехеры, хосты выходят. В общем, хватит на сегодня. В следующий раз продолжу показ. Вот так вот покажу общий вот такой вот план. Достаточно. Всего хорошего. До свидания.